Прививайте любовь к прекрасному через музыкальное искусство. Во время весенних каникул в Бресте также проходит неделя музыки для детей и юношества. Посетить культурные события школьников и их родителей приглашают в Брестский музыкальный колледж имени Григория Ширмы. На одном из концертов побывала наша съемочная группа. Традицию проводить неделю музыки для детей и юношества заложили еще в 60-е годы в Москве. С распадом СССР проект был утрачен. В Бресте его возродили в 2002 году. И вот уже в 22-й раз он проходит на базе музыкального колледжа имени Григория Ширмы. Это серия концертов. Каждый день 1-2 концерта. В первую очередь это наши коллективы Брестского музыкального колледжа, оркестры. Но последние годы мы привлекаем и музыкантов со стороны. То есть в данном случае... В этом году мы приглашаем 2 оркестра из Белорусской государственной академии музыки. В 7-дневной программе мероприятия выступления оркестров духовых и народных инструментов, хоровых коллективов, сольных исполнителей и вокалистов. Все для того, чтобы юное поколение могло приобщиться к миру музыки, ощутить его глубину и гармонию. Так как я учусь в музыкальной школе, я стараюсь много посещать таких мероприятий. И надо, чтобы их было как бы больше, для того, чтобы молодежь сейчас погружалась в этот мир музыки. Впервые участвует в проекте первокурсница музыкального колледжа Анастасия Крентовская. В исполнении девушки прозвучал полонез знаменитого композитора и пианиста 19 века Наполеона Орды. Лично я отдыхаю, когда играю. Мне нравится вкладываться в рояль, фортепиано. Мне нравится все это разбирать, все это как-то... Ну, это своя какая-то атмосфера, какой-то свой мир, в котором ты находишься один на один. Каждый человек видит определенное произведение по-разному, и он играет его по-разному, и чувства там тоже разные. Своим прочтением произведений классической и академической музыки в рамках проекта поделятся юные исполнители и профессионалы. На концерты, которые пройдут до 31 марта, брестчан приглашают в большой камерный зал музыкального колледжа имени Григория Ширмы. Людмила Лагодич, Юрий Печур, Леонид Акопян, телерадиокомпания «Брест».